Импровизация актеров в советском кино. В фильме «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», когда герой Владимира Этуша готовится войти в комнату похищенной невесты, он держит в руках поднос с угощениями и просит своего подельника в лице Фрунзика Мокротычана снять с него шляпу. Шляпу сними. Что? Шляпу сними. Поскольку эта просьба не входила в сценарий, Мокротычан удивился и переспросил, а Гайдаю понравилась его реакция, и он оставил сцену как есть. В фильме «Служебный роман», когда главный герой схватил секретаршу Верочку и начал ею прикрываться от ударов своей возлюбленной, Лия Ахеджакова визжала по-настоящему, ибо этого момента в сценарии не было. А в фильме «По семейным обстоятельствам», когда логопед в лице Ролана Быкова поставил девочке диагноз «Эффекты фикции». Какую фикцию? И с серьезным видом произносил свой текст, от смеха не смог сдержать себя Евстигнеев, который в этот момент находился в кадре. Вот вам эффекты фикции, а почему не вы? Сцена получилась настолько органичной, что переснимать ее не стали.